Всем привет! Как вы знаете, вчера произошло очень знаковое такое событие не только для Крыма, но и для всей России. Я имею в виду открытие железнодорожного моста через Керченский пролив. Но я хочу рассказать не об этом, а о том, как глава Крыма Аксенов, испугавшись приезда Путина, приложил все усилия, чтобы Путин кое-что не увидел. Интересно? Тогда слушайте. Мне позвонили из Керчи 3 дня назад. Ребята, которые размещали рекламу на наших троллейбусах «Сказки и Тайгана». И говорят: «Олег Алексеевич, это беспредел. У вас оплаченная наперед реклама. Все в соответствии с законами Российской Федерации». Аксенов лично позвонил директору АТП и потребовал немедленно снять рекламу. До какой низости нужно дойти главе республики, чтобы лично звонить по каким-то автобусам, которые раздражают? Они уничтожили борды Тайгана, 13 штук, они уничтожили указатели, он уничтожает буквы, приняв решение о сносе, да? Он вообще хочет стереть с лица земли не только мои парки, но и имя Зубкова в истории кремчан, облив его и так далее. Вот. Сегодня от деда Архимеда до кролиководов сочиняют ролики, понимаете, выставляют их в интернете в поддержку Тайгана. Да это мне дает силы в борьбе вот с той огромной несправедливостью. Да, можно, используя государственную машину, закошмарить мои парки, именно закошмарить. Ребята, у меня болит голова, я 3 часа сегодня спал. Голова кругом идет от этого вот судов бесконечных, от этих пачек приходящих корреспонденции. Надо создавать вот примерно такой штат, чтобы это все разбиралось и как-то это... Я не могу его создавать, потому что у меня совсем другая парафия. Конечно, я не один. Конечно, Россия большая, и в государственных структурах управления есть много умных, влиятельных людей, которые могут сегодня повлиять на решение того же Аксенова, даже не освобождая его от должности. Достаточно разобраться в этой ситуации, чтобы понять, что ветеринар Иванов ввел в заблуждение Сергея Валерьевича Аксенова своими несправедливыми там претензиями по прививкам, да, которые на самом деле есть, и это подтвердит любой суд. По другим вопросам. Разобраться в личности Валерия Иванова, и какое у него образование, и почему этот дважды судимый по криминальным статьям человек возглавляет этот орган и сделал вот такой вот флегмон, вот такой кошмар в масштабах сегодня уже не просто Крыма, а всей страны. Можно уволить ветеринара Иванова, разобравшись, да, и, наверное, эту историю как-то пустить в конструктивное русло. Можно сегодня, чтобы сюда приехал другой однофамилец Иванова, Сергей Иванов, который возглавляет... Министерство природопользования, боюсь его точно, но природоохранными занимается экологией. Да, экологией, который провел бы совещание, но не такое вот совещание, а совещание посмотреть, что есть, что сделано, что создано, какая есть документация, и вообще стоит ли позориться на всю страну с подобными вот совещаниями и обвинениями. Есть Дмитрий Анатольевич Медведев. Медведев! Какой-то предприниматель из Крыма объявил, что он 30 медведей усыпит. Какие-то голландцы заявили, что они хотят забрать 30 русских медведей. Где гордость ваша, Дмитрий Анатольевич Медведев? Где ваша гордость? У вас фамилия Медвежья. Спасите эти 30 медведей. Не этого белобрысого Олега Зубкова, который вам не нужен абсолютно. Медведей, чтобы они не уехали в Голландию. Дайте им кусок земли за забором этого парка, и Зубков за свои деньги построит для них вольеры, и они будут жить и радовать людей, а не сидеть 7 лет на закрытой территории там. Есть Владимир Владимирович Путин, авторитет которого еще высок, несмотря на все происходящее, который занимается совершенно верно программой сохранения уссурийских тигров. Татьяна Навка посещала этот парк. Она была у львов, она фотографировалась с малышами. Мы имели с ней многочасовую беседу. И когда ее мама спросила, как вам живется в российском Крыму, я не сразу, но стал отвечать. Она говорит: нам тоже нелегко. У нас в семье там какая-то недвижимость, и у нас там какие-то проблемы с властью. Если у Навки проблемы с властью крымской, ну что мне нужно говорить, господа? Поэтому я вам говорю еще раз. Личная неприязнь, месть, которая зашла очень далеко и уже накрутилась, и все.
ветра на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Пойми, не бывает, где рельсы проложили. Но...